Два пожара в одном подъезде с разницей в 24 часа – поджог или случайность. В одной из многоэтажек областного центра сгорели бытовки. Первый случай произошел около 5 утра 17 декабря. Спасатели выехали на пожар бытового помещения в доме номер 97 по улице Советской. Очаг возгорания находился между первым и вторым этажами. А сегодня утром инцидент повторился. В этом же подъезде горела бытовка этажом выше. В обоих случаях пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Эвакуация жителей не понадобилась, пострадавших нет. Рассматриваем версию возникновения пожара, занесенный источник зажигания извне.